каждый из них неповторим. В дореволюционной Самаре нельзя было найти двух одинаковых домов. Отличительной чертой жилого здания становились резные деревянные наличники на окнах, ставни, многочисленные декоративные элементы. Круги, растительные мотивы, ромбы, звезды, лучи – не просто украшения, а обереги дома, символы солнца, родной природы. Некоторые самарские домики, построенные в конце 19 века, буквально увиты деревянным кружевом. Самарская резьба стала феноменом архитектуры. Но время эти шедевры не щадит. Уникальные творения народных мастеров исчезают с самарских улиц. Эти невысокие домики с искусной деревянной резьбой самарцы зачастую называют гнилушками. Они примелькались местным жителям и не кажутся особой архитектурной ценностью. Между тем, для иностранцев, приезжающих в наш город, именно эти шедевры деревянного зодчества становятся главным впечатлением. Они передают неповторимый характер города, русскую душу, склонную к творчеству даже в быту. Сохранить культурное наследие можно, если не в реальном пространстве, то в виртуальном. Оригинальное решение предложил молодой дизайнер Михаил Головачев. Вместе с творческой группой он разрабатывает интернет-сайт, интерактивную карту города, где будут собраны фотографии домов старой деревянной Самары. Шедевр деревянного зодчества дизайнер хочет одеть самарских модников и туристов. Следующий шаг – футболки, кофты, куртки, украшения, аксессуары в фирменном самарском стиле с изображением элементов домовой деревянной резьбы. И мы хотим не просто сказать, что это важно, а популяризировать и своевременно интегрировать это в городскую среду и вообще в культурное пространство современное. Каждая футболка – это практически такая картина, такое воспоминание о доме, то есть некое такое… поэтический момент в этом присутствует, что как бы сам город дарит человеку часть своей души. Все это следует шить, полагает дизайнер. Именно деревянная резьба может стать новым самарским брендом к чемпионату мира по футболу 2018 года. В проекте не только одежда, сувенирная продукция и даже футбольный мяч с резными узорами. Таким образом, художники рассчитывают сохранить традиции деревянной домовой резьбы и, возможно, создать новое направление в современном искусстве. Чтобы воплотить проект в жизнь, творческая группа подает заявку на участие в областном конкурсе грантов. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, «События».